Ну, чтобы было приятно, хорошо, чтобы ребятам весело было. Горки какие-нибудь. Американские. Да. Ну и как бы кафешки. Я бы хотела, чтобы туда ведь будут ходить молодежь будет ходить. Летом можно теннисный стол поставить, какие-то качели, какие-то еще аттракционы. Все для детей, чтобы было им не скучно. Кто-то бы, допустим, играл какую-то композицию или еще что-то, музыканта бы хотел. Я была вот недавно в Челябинске, там прямо на набережной собираются, концерты такие дают. Запросто гуляют люди, смотрят, слушают. У нас бы тоже где-то. У нас нет набережной. Да хотя бы в парке. Может, какие-то выставки, картины, галереи проводить, еще что-нибудь. Ну, площадь большая. Летом почему бы и нет. Может быть, спортплощадку сделать, допустим, для скейтбордистов, как вариант. Аттракционов побольше. И, наверное, детские площадки. Такого подросткового возраста. Не совсем маленькие, но лет на 15-13 вот так.